Сроки отопительного сезона и неудовлетворительная работа некоторых служб. Об этих и других вопросах рассказал на пресс-конференции городской голова Александр Син. С датой окончания отопительного сезона Александр Син еще не определился. Говорит, в пятницу отключили тепло в здании горсовета, после чего сотрудники мэрии стали жаловаться, что им некомфортно работать. Несмотря на рекомендованный Кабмином нормативный срок отопительного сезона до 1 апреля, городской голова рассказал, что в отключении тепла запорожцам будут руководствоваться другими нормативами. Но, скорее всего, мы будем все-таки прекращать отопительный сезон, когда температура на протяжении 3 дней будет выше плюс 8. Я пока склоняюсь к такому решению. Также Александр Син сообщил, что он больше не намерен терпеть задержки с вывозом листвы с улиц города. Об этом неделю назад на оперативном совещании с руководителями коммунальных предприятий заявил Ремондису. Дал срок до 12 апреля очистить улицы города от опавших листьев. В противном случае договор на вывоз мусора с этой службы будет расторгнут, сообщил Александр Син. Неудовлетворительной оказалась и работа «Ремшляхбуда», подрядчика, который выполнял работы по ремонту дорожного полотна на участке улицы Победы. Спустя год после ремонта на дороге появились ямы. Подрядчик обязан устранить это разрушение за свой собственный счет. Согласно условиям договора, гарантия на дорожное покрытие по договору между городом и Ремшляхбудом составляет 5 лет. Поэтому вопрос стоит на контроле. И я предупредил сегодня УКС, который является заказчиком этих работ, что в случае, если подрядчик не выполнит и не устранит эти нарушения, мы передадим материалы в правоохранительные органы. Впрочем, пока что подрядчик продекларировал, что переделает работу за свой счет.